Здравствуйте, мои дорогие подписчики! Сегодня я хотела бы вам рассказать про самые полезные овощи, которые вы можете добавлять в ваше питание. И вообще я вам советую добавлять овощи, сырые овощи, как минимум полную чашечку овощей, каждый раз, когда вы кушаете. Но самое главное знать, какие овощи самые полезные, чтобы другие овощи, если, например, вы их не любите, вам даже не обязательно их кушать. Но полезные овощи, которые я вот, про которые я вам сейчас расскажу, я написала эту статью про них на своем сайте, и у меня она сейчас передо мной находится. Я ее перевела на русский язык, чтобы вам прочитать немножко про эти овощи, так как у меня, вы знаете, ломанный русский язык, и я бы сама без своего перевода бы не перевела на русский, мою статью. В общем так, добавляйте чашечку сырых овощей каждый раз, когда вы будете кушать, и вы будете замечать, что у вас в организме переходит небольшой шифт, что вашему телу будет, вашему организму будет хотеться кушать что-то более полезное и больше, и больше, и больше. Потому что когда вы добавляете чашечку сырых овощей перед каждым разом, когда вы кушаете, у вас будет восстанавливаться здоровый обмен веществ в вашем организме. То есть все будет налаживаться. Если вы привыкли, например, кушать плохую всегда пищу, и вдруг вы будете добавлять что-то хорошее, что-то полезное, организм сразу будет это узнавать и воспринимать как перемену. И вообще с этого начнется... У вас как-то начнется быть немного такие даже, вам будет хотеться кушать овощи, даже вот такое, что сумасшествие начнет происходить. В общем, не буду вас больше задерживать. Сейчас я вам расскажу про самые полезные овощи, которые можете кушать. В общем так, существует, почему они, эти овощи, самые полезные? Начнем с того. Существует такая шкала измерения витаминов и антиоксидантов в овощах и фруктах. И она называется, я буду смотреть свой компьютер, так что если я смотрю вниз, значит смотрю на свой лаптоп. Значит так, эта шкала измеряет витамины, минералы и фотохимические антиоксидантные потенциалы в пище. И она измеряется от 1 до 1000. Называется антишкала. То есть от 1 это значит самое меньшее количество полезных веществ, и до 1000 это уже самое большее. И, конечно же, эта шкала измеряет, в общем, плотность, значит, так, как вам объяснить получше, плотность, в общем, здоровье и сравнение питательных веществ по сравнению с калориями, всего лишь в одной чашке. Значит так, я вам расскажу, какие именно овощи самые высокие по питательным веществам, витаминам, минералам и антиоксидантам в каждой чашечке этих овощей, сырых овощей. В общем, никогда не готовьте ваши овощи, потому что тогда будете убивать полезные вещества. Значит, первое. Первый овощ, который очень высокий, у него он имеет, счет 1000, это капуста. Листовая капуста кале. Она содержит счет 1000. То есть в этой капусте есть 2006% вашей суточной дозы витамина А, 134% витамина С, 684% витамина К, также марганец, потом кальций, витамин В6 и железо и калия. В общем, эта капуста очень-очень полезная, и если вы будете добавлять, представляете, сколько витаминов всего лишь в малюсенькой чашечке капусты, вот именно капусты кале. Она вообще самая, вот это как считается, самый полезный овощ. В общем так, если добавляете капусту кале к вашему питанию, ваш организм начнет это чувствовать, и у вас будет именно происходить изменение в вашем организме, будет налаживаться обмен веществ. Значит, вторая капуста, тоже капуста, это будет капуста колор. Эта капуста тоже измеряется как в оценку, получает оценку 1000, то есть очень полезная. И в этой капусте еще больше витамина А, 308% дозочной, вашей дозы в сутки. А потом содержит почти что
с тысячу, в общем, 1000% витамина К. Представляете, какая, насколько полезно пойдет 1045, если уже быть по поинтам идти. 1045 витамина К, 58% витамина С, 27% кальция, 41% марганца, потом хороший источник фолиевой кислоты и также витамина В6 и витамина И. В общем, другая капуста, которую вы можете добавлять. Представляете, вот столько витаминов всего лишь в одной чашечке вот этой капусты, капуста кола. Так что, если вы будете принимать именно такие хорошие овощи, вам даже не надо будет принимать витамины. Я вам еще потихонечку расскажу про все-все-все полезную. Так что извините меня за мой русский, я всегда так забываю, всегда нужно думать, что должна сказать. В общем, я постепенно вам расскажу про всю полезную пищу, которую вы можете кушать. Если вы кушаете всю полезную пищу, да еще и в сыром виде, то вам не надо будет принимать витамины вообще. Так что так. Потом третья, самая такая высокая оценка, которая получила оценку 824 на этой шкале Анди, это бок чой. В бок чой тоже входят всякие разные витамины, витамин С, витамин К. Потом в него еще входит очень полезный жир. В бок чое, в овощи, содержится 9 грамм жира, полезного жира. Так что не ужасайтесь, ах, жир... 9 грамм в капусте, бок чой, как же может быть, жир полезный вам нужен. И забейте себе это сюда, потому что без жира организм не может существовать, организм не может производить полезные функции. Так что не надо кушать просто только обезжиренное все, не надо кушать обезжиренный супчик, надо добавлять всегда хороший жир, бок чой будет хорошим жиром. Так же, как в прошлом видео я вам рассказывала про кокосовое масло, тоже хороший полезный жир. Добавляйте полезный жир в вашу пищу. Это вам даст насытиться, и у вас не будет бесконечный голод, вам это даст витамины. Ваше тело может бороться с инфекцией, укреплять иммунную систему, и все это, если вы будете добавлять полезный жир. Так что так, значит, бок чой. Вот это был бок чой. Следующее, что тут еще очень полезно, шпинат. Получает счет 739 на шкале Анди. Потом брокколи рабе получает 715, оценку 715. Брюссельская капуста получает 672 оценку. И что же еще? И потом обыкновенный брокколи получает всего лишь 376. Представляете, какой низкий на самом деле обыкновенный брокколи по сравнению с капустой кале или бок чой, или вот кола. То есть даже вот этот брокколи, хотя я брокколи сама не люблю вообще. Я иногда пытаюсь там его кушать, но видите, он не такой-то уж оказывается и высокий в количестве витаминов, как вот капуста, про которую я вам рассказала. Так что так, добавляйте обязательно овощи в сыром виде каждый раз, когда вы кушаете. И вы заметите большие перемены в вашем организме. Вы будете чувствовать себя лучше, у вас укрепится иммунная система. И вообще я вам советую не переготавливать ваши овощи, как я везде, я каждый раз вам это повторяю в каждом видео. Не переготавьте ваши овощи, вернее, не переготавливайте. Кушайте их сырыми, даже когда варите суп. Пытайтесь бросать овощи в самый последний момент, чтобы они были хрустящими. Это оставляет все витамины. Так что вот, на сегодня все. Я думаю, что опять не растянула видео. Я люблю поболтать. Все болтаю, болтаю, болтаю. И что еще хотела сказать. Завтра будет уже новая тренировка. Вы, наверное, уже ждете. Просто я на прошлой неделе немного переутомилась. И мне пришлось немного отдохнуть. И про это я вам тоже сделаю видео. Не переутомляйтесь, когда вы тренируетесь, потому что это огромная нагрузка на вашу иммунную систему. В общем так, завтра будет новая тренировка, и на сегодня все. Пока!